Костинский приморский парк образован в 1900 году. Тогда здесь были заложены аллеи, установлены скульптуры, фонтаны и летняя ротонда для показа фильмов. На протяжении 100 лет парк пережил разные периоды своего существования. Теперь это место получило второе рождение. По инициативе главы города восстановлен фонтан, вдоль дорожек будет высажена фатинья, обновлены скамейки. Такой уютный поселок Хоста, спокойный, тихий. Он просто нуждался в том, чтобы появился такой уголок замечательный. Уголок для тех, кто создает семью, когда он может после ЗАГСа обязательно приехать сюда. И я думаю, станет доброй традицией, наверное, во знаменовании своего бракосочетания сажать деревья. На открытии сквера собралось много хостинцев. Аллея соединяет саму Хосту с микрорайоном «Звездочка». Это место действительно любимо местными жителями. Любовь – это очень важное чувство, без которого вообще жить нельзя. Я считаю, что совершенно было правильно в свое время принято решение городским собранием в 2009 году, в 2014 подтверждено, поддержано главой города Сочи, что необходимо эти парки возобновить. Мы сделали территорию зеленых зон, то есть поставили на кадастр. Автор проекта – сквер влюбленных, архитектор Андрей Звуков. Он говорит, что несмотря на торжественное открытие сквера, творческие идеи здесь будут воплощаться и дальше. В основе этого проекта лежит местописание из Библии, что «кто жаждет, приди ко мне и пей, и у того из чрева потекут реки воды живой». Это и есть любовь, когда сердце расширяется, и ты любишь. Глава города с супругой прошелся по аллее и пообщался с теми, для кого город подготовил такой необычный подарок. Свидания, прогулки, скрепление брачных союзов – все это будет в сквере влюбленных. С надеждой на свадебный бум для специальных замочков здесь в ближайшее время установят дополнительную арку. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.